Рабочие вопросы, которые рассмотрели депутаты на очередном заседании Думы, в целом обсуждались согласно повестке, не считая некоторых пунктов, которые было решено снять с обсуждения и перенести в повестку следующих заседаний. Депутаты проголосовали за изменения, связанные со структурой городской администрации. С 1 февраля 2013 года отдел СЦН становится отделом Департамента по экономике и финансам. В связи с чем необходимо расширились основные задачи, функции, права и обязанности департамента, в свою очередь, что потребовалось внесение изменений в положение. Народные избранники также обсудили выполнение плана приватизации за прошлый год. Из запланированных к продаже 22 объектов недвижимости 13 были исключены по разным причинам. Из этих 13 объектов 7 планируется приватизировать уже в этом году. В 2012 году оценка у 5 объектов из 7 была только проведена оценка на сумму 31 миллион 568 тысяч рублей. На сегодняшний день все отчеты об оценке уже устарели, поскольку у них срок полгода, и в 2013 году отчеты об оценке будут новые. По словам специалистов, прогнозируемая прибыль от приватизации в 2013 году пока составляет 12 миллионов рублей. Но эта сумма, скорее всего, вырастет с учетом новой оценки муниципального имущества. Наталья Никифорова, Михаил Тырышкин. Местное время.